Вообще, на самом деле, пустышка, она должна идти использоваться в комплексе, когда идет искусственное скармливание ребенка. То есть она как дополнительно для развития нижней челюсти в сагитальной плоскости. То есть и время приема пустышки, использования пустышки должно не превышать 30 минут. И вообще до 9 месяцев ребенка. Если длительное применение, то есть ребенок часто бывает в течение дня может постоянно встать, то есть в сумме может доходить до 4 часов, это, конечно, идет к развитию аномалии прикуса, то есть к открытому прикусу идет. В дальнейшем развивается вредная привычка, ну и с последствиями, с развитием аномалии прикуса. При естественном вскармливании вообще нежелательно особо длительно использовать соски и, ну как бы, вообще по возможности от них отказаться.